Мама с папой разбились. Меня отправят в детский дом. Как я со всем этим справлюсь? Сквозь слезы к счастью. Я хочу вам помочь. А хотите, я вам покажу то, что вы запомните на всю жизнь? Да, привет. Я хотела обсудить нашу помолвку. Мне нравится розовое золото. Игорь, а почему ты трубку не берешь? Потому что не хочу. «Мой ласковый враг». Домашний главный женский.